Нет, то, что близко. Держи. Будем, кстати, очень скрипеть. Да, кстати, был скрип. Да? Да? Послушай. Скрипит? Ну, чуть-чуть. А как? Я не поняла, как. Слышно было в моменте сильнее. Вот когда ты вот там скрипела. Давай дубль два. Не, ты рули, ты ни в коем. Если я вот ни в коем случае мне не давай вот это, чтобы я. Что, ходить? Нет, чтобы я что-то сочинять начинал, вообще я не остановлюсь тогда. Ну так отлично. Я думаю, что если мы сейчас поставим. Мягко или жестко? Хорошо слышно, послушай. С лимитером этого шума не будет как раз, по-моему. Этого... А он, лимитер есть? Где? Здесь нету лимитера, у тебя? Нет. Ну нет, у меня есть, когда ты баунсишь, есть overload protection. Нет, лимитер, если стоит какой-то в колонках, может быть. Не, есть плагины лимитирующие. А, ну мне зачем? Я его не использую. Не пользуешься? Нет, у меня есть просто от overload protection. Что, давай звоном послушаем? Можно? Угу. Давай, сейчас, секунду. Давай. Сколько? Ну, пускай. Один раз сначала. Давай теперь сиденье. Давай я стукну. Сейчас я буду. Thank you.
Тащи свой этот инструмент в машине. Инструмент? Или он у тебя не с собой? Нет, сейчас. Было бы здорово ласточек этих, жалко, что они больше не пищат. Я играл на таком инструменте, где струны волосяные и играть надо волосом. Но у него верхняя дека бывает обычно или из мочевого пузыря животного происхождения, или из кожи. Потому что... Вот это верхняя? Да, да, да. Потому что волос очень капризный и слабый звук сам по себе. Он такой негромкий становится. Здесь сейчас используют скрипичные. Это дека или обмотка струны? Не-не, вот это дека. Бывает сделано из кожи, либо из мочевого пузыря. Из мочевого пузыря надо разве... И обрабатывается тоже, оно тоже достаточно такое. Если его правильно высушить, да? Натянуть, он... Ну, ту натяжение волоса бывает не такое сильное. Не записывать? Записывать, а вот это нету, что я сейчас... Нормально? Угу. А, скорее.
тоже с колодой. Еще один вырезала. Подожди, а ну еще раз. Сейчас, подожди. Хотя, а ну еще раз. Ну подожди, давай мы с захлестом поставим. Да, только вот без этого. Я слышу вот это. Без этой. Я слышу, как за такт, смотри. Там, пам, так-а-та-та-ка-та. Ну давай, давай, попробуем. Да. Допустим, мы можем с твоих шагов вот сделать другой темп. Вот из этого. Мы можем его тоже попить, шипсить, он будет у нас низкий. Из звонка можно хоть 808 сделать. Тебе не жарко с такими волосами, поэтому? Нет, это уже не звезды. Ну, я даже не вывезу, я постригся, но я попробую опять отпустить. Эти, наверное, слишком мягкие, да? Еще. Ну да. Вот из этого можно что-то сделать, не можно. Видел это? Да, видел. Ну, это слишком... Может, другой шаг более четкий такой. Ну, да. Это может быть такое что-то, если нам флэм какой-то нужен, допустим. Да, это... Флэм это... Ну, форшлаг не слышал, лет 10, наверное. Я же послышал с форшлагом. Форшмак послышал. Еще куда я? Так, допустим, у нас будет вот это. Потом у нас что мы хотели еще взять? Ну, это такие какие-то не четкие. Вот из этого больше. Вот из этого, да. Здорово? Нет, вот из этого. Из первого? Из первого фигурища, да. Вот первого можно. Не, вот это не по... Вот это покруглее, нет, второй. А, ну, да. Я думаю, что лучше взять, который меньше пикует, потому что если мы на него потом еще компрессор... Но он еще и покруглее. Покруглее. Да. Если компрессор сделать, там нижний вылезет. Угу. Сразу и заезжает сверху. Ну, мы можем вообще даже убрать вот эту Вот это начало, штучку, да, убрать. Вот чистую бочку. И сделать, да.
Сколько надо? Подожди. Ну какой-то вылезли другие частоты. Можем вообще... Это компрессор? Нет, это вот... Нет, это питчер. Не, можно просто компрессор кинуть без питча. Сейчас я попробую. Вот это вот... Снэйр. Ну, хэт. Вот выше. Еще выше? Да, на всю. Хэт. Да, ну зачем нам? У нас же нет барабанной установки. Нам не обязательно изображать малый хэт, райт, бочку и томы. Ну, Ну, он хэт говорит не как трудный инструмент, а как либо можно, тестовое значение. Угу. Либо можно, допустим, это уберем. И последовательно как-то, может, что-нибудь попробовать сначала с комом звуком. Ну, ты говорил, компресснуть ее. Можем взять басовый компрессор у нее немножко. Вот это тут хорошо. А так покрутить нет? Вот тебе бочка. У нее хвост лишний. Хвосте что-то лишнее. Нет, это просто так закруглять. Потом... А порог там где? Где? Порог, в компрессе? Колено, да. Вот порог, threshold. А, threshold, да. Да. Кинчик может повыше, трэш-холд пониже. Ну, хаосик. А эквалайзер есть? Есть. Этот щелчок, это только порезан. Ты что? Каждой клавиши разные, да, звуки? Нет, это вот пиши. Но это у него свой встроенный питшифтер сэмплер, понимаешь? А есть еще вот питшифтер, который я сделала. Вот этот. Сейчас, подожди, где он? Это же секундочку. Вот здесь, да? Вот это нужно. Сейчас, где у нас? Чуть-чуть, да. Потише? Повыше. Ну вот пич чуть-чуть повыше. Ну вот тут максимально есть плюс 12, минус 12. Его можно пересохранить, загрузить. А, понял. Минус 12, ну давайте, да, попробуем минус. Нет, ну смотри, у нас мы его загрузили вот сюда в сэмплер. Сейчас он у нас показан, чтобы он нам питшифтил от C минус 1, от контроктавы до малой октавы, до C. Что у нас вообще на три октавы действует? Mm?
Смотри, у нас здесь сейчас... Видишь, он здесь вот откуда? У нас здесь вот отсюда, вот зона гуляния, голубенький. Отсюда. Вот. Отсюда уже начинается... Тормоза. Еще одну вот добавить, вот здесь вот один шажок.
Ты, вот, нужно добавить. Скопировать, добавить и сразу пусть ты. Да. Так ты хочешь так? Не, вот еще одного шага. Нет, почему тогда получится лишняя восьмая? Смотри, у нас там, пам, пам, там. А, все, да? Понял. Да. Я просто за так же не слышу. И... Угу. Да. Давай папу с классом посмотрим, что у нас. Бас можно сделать либо вот из этого. Нет, это не вытащить, кажется, бас, нет? Там нижних частот нету просто. Либо там можем из машин. Вот. Ну, вот последняя. Да, последняя. Я вырезал то, что отчетливее всего звучит. Понял. Можно это увеличить. Но если мы будем это привязывать сюда, то надо вообще последнюю взять. Только отсюда. Вот так. Идет слишком коротко. Скажем, вот отсюда. Так. Классно. Не нравится. Ну его как-то... Ну видишь, мы вот четвертями. Да, я понимаю, вы хотите сделать бит, бас, и мы тоже поверим. Ну, точнее, обязательно должен быть так. Можно? Я мелодию хочу, которую я играла. Вот я ее трудно играть. Вот это? Ну, у меня другое, да, другие ноты, но похоже, близко ноги я играл. Я играл фа, да, фа си бемоль. Ми, си, фа, си, бемоль, ми, си, и потом ре, да. Нет, ты просто разрешал три тонна, нет? Это что здесь? Я просто проверял, как он звучит. А там есть три тонна тоже, да. Реляпи можно три тонна. Вот этот три тонна тоже. Вот он у меня вот здесь. Это не тритон. А, это тритон, а это квартал. Но это не стоит на это так ориентироваться, потому что он...